Граждане имеют право проголосовать за поправки в Конституцию досрочно, дистанционно и очно. До 21 июня можно получить открепительное удостоверение для голосования не по месту прописки. Также до этого дня принимают заявления на проведение электронного дистанционного голосования через портал госуслуг. Дистанционное голосование – это пилотный проект. Нижегородская область – один из двух регионов России, который получил возможность провести такой опыт. Для того, чтобы дистанционно проголосовать, следует на сайте государственных услуг Российской Федерации подать до 14.00 21 июня соответствующую заявку. На мобильный телефон придет уникальный код СМС-подтверждения. Как только голосование начнется, можно будет при помощи этого кода зайти на сайт, выбрать нужный пункт в бюллетене и подтвердить его. Еще один вариант – очное голосование непосредственно 1 июля на избирательных участках. Будут соблюдаться максимальные меры предосторожности, санитарная обработка, средства защиты членов комиссии, будет ограничено количество людей, которые приходят, могут прийти на участки за определенное количество времени. Для пенсионеров, пожилых людей, людей, страдающих какими-либо хроническими заболеваниями, возможно, голосование дистанционное. Сам бюллетень для голосования можно найти в интернете. На вопрос, вы одобряете изменения в Конституцию Российской Федерации, предложено выбрать из двух вариантов – да или нет. С текстом самих поправок можно познакомиться на сайте konstitutsiya2020.rf. Подробнее о голосовании в Сарове по телефону 9 90 67. Екатерина Пенова, Артемий Глазков, Сергей Рябов. Служба новостей Саров 24.